Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей, мы сегодня снова все на проекте Amazing Holy Play. Пацаны, я как всегда пропустил все обновление, но мы это все посмотрим. Сегодня я покажу то, что вам никто еще не показывал, именно обмен ваучеров на очень пиздатые призы. Поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я, пацаны, полностью выздоровел, просто набрался сил, отдохнул, папочка вернулся, так сказать. Поэтому контент, пацаны, будет выходить каждый день практически, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно не забывайте вводить по промокодик, пишите MM промокод, указать друга ютубера и пишите промокод Кирилл Гейм капсом, за который получите нормально так поближко. Давайте заберем вот так хуяк, и у нас уже лямчик есть, и вы можете сделать так же самое, поэтому вводите мой промокод. Итак, пацаны, я нахожусь в порту, обновление я вам показывать не буду, потому что я проебался. Сегодня уже 4 мая, видео выложу 5 мая, поэтому показывать там контейнеры это уже потом, то есть полностью обновы смысла нету мне показывать, потому что уже все посмотрели, все уже записали видосики, поэтому смысла мне записывать видос нету. А я вам покажу сегодня именно ваучеры, куда их можно потратить, потому что у нас их 3000 штук, пацаны. Вот, ваучеры семьи. 3000 штук. Ёбаный рот, нахуй. У кого, блядь, столько есть? Покажите, пожалуйста, пальцем, блядь. Короче, у нас 3000 ваучеров. Добавили обменник. Так, вот, улучшение. Здесь просто дохуя всего просто. И мы это все сегодня купим. Скорее всего, я думаю, нам 3000 хватит, чтобы купить прям все. Нам должно хватить, я думаю. Короче, покупка транспорта еще есть, получается, за ваучеры. Здесь дохуища просто машин. Audi R6 есть, газ кабриолет. Сейчас мы поедем в семью, я вообще покажу, где особняк находится, чтобы были в курсе, если вдруг хоть захотите к нам вступить в семью. Потому что я считаю, она сейчас будет самая пиздатая Фома. Она вот так у нас была пиздатая просто, блядь, прям охуенно. А сейчас, когда я куплю все улучшения, у нас будет самая пиздатая Фома. Поэтому, пацаны, буду всех, в принципе, ждать. Приходите к нам в семью, буду принимать. Сейчас купим все улучшения, там, туда-сюда, ебать. И все будет охуенно, я считаю. И все будет максимально охуенно. Сейчас купим, наверное, самое нужное вообще. Потому что там есть такая хуйня, которая, в принципе, нахуй не надо. Вот мне интересно, интерьер поменяли или нет в особняке. Короче, добавили дохуя новых заданий каких-то там для Фомы, за которые можно получать ваучеры. Ну шо, пацаны, зашел я в особнячок, нихуя не поменялось, как я и говорил. Давайте будем покупать улучшения. Увеличение сейфа в особняке. Я вот эту хуйню не понял, потому что а нахуй оно надо вообще? Типа, у нас и так, блядь, вроде бы большой, получается, склад, ну, в особняке, типа, блядь. А нахуй еще его больше делать? Типа, это по-вашему, типа, мало? 10 тысяч материалов, патронов, блядь. Это, типа, мало? Я, короче, не понял, блядь, покупать все улучшения или нет? Короче, давайте сейчас купим самое пиздатое просто, что здесь есть. Так, обменник улучшения. Так, медикаменты в особняке. Вы и ваши члены семьи могут восстанавливать здоровье в особняке. Цена 200 ваучеров. Все, ебать, купил нахуй. Так, ебать. А где эта хуета, блядь, ебаная? Как ее теперь дойти вообще, ебать? А где она находится? Больше вы не восстанавливаете здоровье. То есть просто стоишь на месте, у тебя там здоровье хуярит, и, в принципе, нормально. Доступ в особняк, типа, так, гигиена. Гигиена, да, типа? Надежный сейф, это что за хуйня? Вы получите возможность закрывать сейф в особняке. Ага, ебать, хорошо, покупаем. Вот это тоже полезная темка. Давайте купим автомобильный бум, пацаны. Это поставить на каждую машину первый чип. Так, оп. Опа, нахуй. Отлично, все. Мы уже 3 улучшения купили, да? Ага, рейды. Рейды, так, второй шанс. Так, я не знаю, что покупать вот такого. Давайте купим вот это улучшение. Так, название должно быть не больше... Family Кирилл Гейм, давайте нахуярим. Все, ебать, охуенно. Family Кирилл Гейм теперь, ебать. Та ты шо, ебать. Я хуею без баяна, как оно вылезет, видите? Блять, я долбоеб, короче, пацаны. Я долбоеб конченый, я просто неправильно сделал. Ну, я долбоеб, конечно. Ебать, ебать. Я хуею, блять, я неправильно название написал. Ебать, я долбоеб. О, ебать. И поменять нельзя. Family Кирилл Гамма, бля, ебать, я долбоеб. О, пизда, пизда. Ладно, ну, блядь, бывает, нахуй. Я долбоёб, ну, бывает, блядь. Что я сделаю, нахуй? Рейды, хуеды, блядь. Я не знаю, надо оно вообще нам или нет. Каждый член семьи может возродиться в особняке
вместо больницы 50% шанс. Покупаем, нахуй. Так, ваучеры семьи. Обменник ваучеров. Ну все, в принципе, больше мы нихуя не можем купить. А что это за услуги тут есть? Обменник ваучеров на виртуальную валюту. Ебать его хуй. 1к, 10 тысяч. Обменник ваучеров на ресурсы для сейфа. Заправить через транспорт весь автопарк. Два ваучера, ебать. Вот это охуенно. Поменять текст в улучшение успешная семья. Ага, есть поменять. Есть поменять текст, пацаны. Поменять текст в улучшение успешная семья. Это мы потом поменяем, все охуенно, в принципе. 30 ваучеров осталось. Я думаю, накопим, в принципе, нормально будет все. Поэтому как-то так. Давайте сейчас посмотрим машинки, в принципе. Что вообще и как, ебать. Я, блядь, постоянно альт клацаю, как долбоеб. Так, давайте зайдем. Блядь, обратно к альт клацаю, да. Так, должен был чип поставится на машины. Сейчас мы это проверим, пацаны. Название семьи поменяю. Да, пацаны, проебался. Ну, ничего страшного, бля, бывает. Так, да, чип стоит. Я вон вижу на спидометре то, что чип теперь стоит. Ешку вроде бы пофиксили. По управлению нихуя себе пофиксили, блядь. Чуть не разъебался, блядь. Вы шо, блядь, что вы там делали? Ёбаный рот. Нихуя себе они ее пофиксили. Она теперь вообще ебанутая какая-то. Охуенно то, что теперь ваучеры можно, типа, менять на заправку, типа, машин. Ну, реально полезная хуйня, потому что бабки постоянно тратить. Я думаю, я вам все показал, объяснил, рассказал. Немножко проебался с названием Фомы, но мы накопим 100 ваучеров, и я, в принципе, это все поменяю. Поэтому вот как-то так. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.